Девочки, сегодня мы с Дуняшей покажем вам самый простой, без сложных расчетов на бумаге и построений, способ пошива шапки из любого трикотажа или ненужных свитеров или кофт. Нужны будут только ваши мерки и все. Это окружность головы и длина шапки от бровей через макушку до основания шеи, и умножить это число надо на 2, так как шапка будет двойная, с отворотом. Мой размер 56. В моем случае это детское платьице, полушерстяное с ангорой, оно очень мягкое. И так как его размер не позволяет сделать шапку с одним швом, то будет 2 шва по бокам. Раскладываем изделие и отмечаем на нем по ширине 28 сантиметров. Это половина вашей мерки. И длину по вертикали 56 сантиметров. И вырезаем прямоугольник без припусков на швы, так как этот трикотаж у меня тянется. Если материал не тянущийся, то прибавляем с двух сторон по 1 сантиметру на швы. Затем складываем прямоугольник вдвое, совмещая верх и низ. И вверху, где будет у нас макушка, откладываем по горизонтали от уголков по 5 сантиметров, а вниз 8 сантиметров. И вырисовываем закругленную выпуклую линию, соединяя точки 5 и 8, и отрезаем. Теперь делаем 2 строчки на машинке с двух сторон по 1 сантиметру от края. Теперь эта сторона, где резинка, это будет у меня изнанка. А по противоположной стороне я делаю в 5 миллиметрах от края машинную строчку, чтобы петли не распускались. Затем беру иголку с прочной ниткой, сложенной вдвое, чтобы не порвалась, и отступив от строчки вниз 5 мм, мелкими стежками вперед иголку собираю этот открытый край на нитку, который будет у нас лицевой стороной макушки. В конце нитку сильно затягиваем, чтобы не было отверстия, и несколько раз закрепляем, и выводим ниточку наизнанку и отрезаем. После этого выворачиваем шапку на лицо и также само стягиваем ниткой с иголкой край. Только тут я машинную строчку не делаю, так как это резинка, она цельная и ножницами она не резалась. При таком способе пошива шапки не надо оставлять незашитый сбоку отрезок, чтобы шапку вывернуть на лицо. Шапка у нас готова. Складываем теперь обе макушки друг с другом, изнанкой вовнутрь, делаем отворот нужной ширины, надеваем шапку на голову и смотрим в зеркало. Девочки, пишите в комментариях, понравился вам или может не понравился даже этот способ пошива шапки и свитера. Делитесь своим опытом и всем желаю успехов!